Сергей! Победители в классе РК-12. И по итогам года чемпионата они тоже стали чемпионами сезона 2010. Но это уже будет отдельное награждение Федерации автомотоспорта Республики Казахстан, которое пройдет перед Новым годом. И от компании интернет-магазина Люмин КЗ самые надежные и лучшие фонарики. Ну и, конечно, Сабанов Евгений Серянин Дмитрий! Еще раз поаплодировали и вручаются памятные медали 6-го этапа чемпионата Республики Казахстан. КЗРСИ, запомните эти слова, эти буквы. КЗРСИ, Казахстанский раллийный чемпионат. И в следующем году вы можете следить это все на нашем сайте, официальный сайт Раллийного комитета Федерации автомотоспорта Республики Казахстан по классическому ралли. Отойдем. Ребята, впервые эта машина выступала в этом году, это очень знаменательно. Буквально недавно эта машина пришла с Европы. Ребята на этой машине выступали на ВРС. Это совместный экипаж. Россия, Казахстан, Смаилов Арман, Русов Андрей. Серебряные призеры 6-го этапа ралли Семиречье. Поаплодировали этим ребятам. Очень много было. Ибрагимова Ольга и Балюк Олег. Чемпионы ралли Семиречье 2010 в абсолютном зачете. И, соответственно, они сегодня стали также чемпионами всего этапа КЗРСИ. Этот экипаж в 2011 году будет стартовать под номером 1. Все подошли сюда. Итак, за третье место награждается команда MT-Rally на ралли Семиречье 2010, занявшая бронзовую медаль, а вернее всего сказать, кубок. На подиум! Механики, ребята! Максим! Ребята, MT-Rally! Где механики наши?
микрофона на память, но далеко не уходите, далеко не уходите. Максим! Андрей! Максим! Подойдите сюда к подиуму. И вручается кубок! Это тоже памятный кубок. Я думаю, по весу вы почувствуете, ребята. Победители! Лучшая команда на ралли Семиречье! Новый ралли-тим! И, соответственно, кубок за первое место!